Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас Blue Blow с композицией Muse. Не встречал данную группу или артиста никогда, поэтому могу ошибиться с произношением. Но на то мы и люди, чтобы допускать ошибки, поэтому не допускайте самую главную, все ссылки на экране, подписывайтесь, милости прошу, и мы с вами начинаем. Ох, как же объемно, жирно и четко звучит бас. И там вроде бы еще даже пианино немного помогает. И я все-таки сделаю склейку в 0 секунд и узнаю, кто это. Это рэпер из южнокорейского дуэта Neon Blue. Один из двух участников, собственно. Кстати, вот эта ванна по цветокоррекции чем-то напомнила фильм «Пила». Вот чем-то. Не в смысле вот декорация, как-то так вот свет выставлен. Плитка похожая, может быть. Ну, интересно. Но отмечу, что да, здесь бас прям такой обволакивающий, как большое теплое одеяло, но при этом вокал вообще никуда не пропадает, он прекрасно читается. На фоне там у нас еще клавиши, вроде бы гитары есть, но эти инструменты скорее просто позволяют всему играть в стерео, потому что основное событие происходит у нас в середине. Ну, оно и понятно, обычно бочка, бас и вокал всегда в центре, еще и снейр. Но тут прямо то, что по краям, оно как будто там фоновый шум, когда идет диалог между инструментами и вокалистом, основными инструментами. Ну, судя по всему, какие-то отношения странные у этой пары. Ну, естественно, героев мы имеем в виду. Так, я обращаю внимание. Как это правильно называется? Невротики, абьюз. Ну, что-то вот из этой области. То есть и абьюз, и невротизм есть какой-то здесь. Впрочем, не буду пытаться строить теории, потому что я не психолог, не психиатр, но вы можете в комментариях подробнее это описать. Не дай бог, кто-то из вас с таким сталкивался, в таких был, но... Ну, клип такой, да, знаете, меланхоличный. Ну да, Мьюз это же муза, поэтому... В общем, любители поискать смысл и написать об этом в комментариях, вы знаете, что делать. В целом, композиция мне зашла. Не попадает в текущее мое настроение, уж слишком она какая-то отрешенная, но в целом каких-то вопросов к сведению и композиции самой нет. Ну, точнее, к аранжировке.
Так что список бустеров. Вот эти прекрасные люди сверху вниз, слева направо. Благодаря ним выходят все эти ролики. Иначе бы работал только новостной канал. Так что всем вам огромное спасибо. И в комментариях те, кто не является бустером, тоже может выразить этим людям благодарность. Также у нас есть Бусти, то место, где пасутся бустеры, да? И тут я потерял пару подписчиков. Нет, то место, где обитают самые заинтересованные люди, которые хотят получать больше контента, иметь ранний доступ, иметь дополнительный контент. В общем, те, кому интересно, там находятся, вы можете стать одним из них. Это не так уж страшно бьет по бюджету, вроде бы. Далее у нас есть MP Reviews, K-Pop новостями, MP Live со стримами, телеграм-канал КХП-локация. Я по-прежнему Максим, и я не говорю вам про чай, я говорю, ну, похоже, завтра увидимся, а может быть даже сегодня, кто знает. Пока!